Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 22 января, и это срочные новости о заказах семян томатов. Вчера на мою электронную почту пришло письмо, которое побудило снять меня этот ролик, и в конце видео я покажу вам это письмо и расскажу, почему я решила срочно снять этот ролик, но сначала я хочу отчитаться об отправке заказов с семенами томатов. И говорю сразу, что все заказы 2023 года уже высланы. То есть все, кто оплатил, все, кто прислал мне заявку в ноябре, в декабре 2023, все уже отправлено. Мало того, заказы, которые пришли уже в этом году, в первой половине января, то есть до 15 января включительно, тоже все собраны, высланы и отправлены коды. Что это значит? Это значит, что люди, которые сделали оплату и выслали свою заявку всего 7 дней назад, всем я им собрала их заказы, отправила, сегодня выслала коды, вот последним. Я-то понимаю, что времени осталось совсем мало, все меньше и меньше. Я стараюсь ускорить этот процесс и укладываюсь в неделю. И вот сегодня, которые заявки принесла я сегодня, 22 января, они тоже в течение недели, я их все сделаю, соберу, отправлю, будут высланы. Они вот в эти сроки до 29, до 31 января. То есть я со своей стороны вот стараюсь, прям все время на это трачу, делаю все. Но каково же было мое удивление, когда, еще раз говорю, вчера пришло на электронную почту письмо, и когда одна заказчица у меня спрашивает, она отправила заказ еще в декабре, и она тихо, спокойно сидит, ждет свой заказ, хотя я давно его уже отправила. Еще в прошлом году, в декабре, уже выслала ей код в конце года. Он у нее уже отлежал почти месяц на почте, и через несколько дней он уже поедет назад. Пожалуйста, не ждите уведомлений с почты, проверьте свой электронный, ну, как электронную почту. Если кто отправлял в декабре или в середине до 15 января, всем уже коды высланы. Давайте я вам на примере этого письма покажу и расскажу, что меня очень удивило. Я сейчас покажу нашу переписку. Я надеюсь, Лена не обидится на меня. Тут никаких личных данных нет. Просто смотрите. Елена пишет из Питера. Делали заказ 18 декабря, до сих пор ничего не получили. Скажите, пожалуйста, вы отправляли нам семена? Представьте, 18 декабря человек сделал заказ, сейчас 22 января, прошло больше месяца. Я везде, написано в условиях заказа, что заказы высылаю в течение 2 недель. Сейчас я последние видеоролики уже, наверное, всем уши прожужжала, что высылается в течение недели заказ. Всегда говорю, не ждите, если что-то долго нет, ну напишите. Кто-то уж пишет сильно часто, по 16 писем, так что не знаешь, куда деваться. А это вот, ну, сделали заказ 18 декабря и скромно ждут. Я ей отвечаю, что 25 декабря я писала вам сообщение об отправке, выслала код. И вот действительно, видите, вот 25 декабря, если кто видит, кто на компьютере будет смотреть, в телефоне, может быть, мелко не видно, но вот смотрите, я ей пишу, ваш заказ выслан 21 декабря, на тот случай, если вам не принесут там это извещение, сообщаю код для отслеживания, все. Я даже код выслала. Ну, тут же я ей информацию с сайта почты копирую и высылаю, и пишу. Заказ пришел к вам в Питер еще в прошлом году. Смотрите, еще 29, по-моему, декабря пришла бандероль. И дальше я ей пишу, что через неделю заказ поедет обратно. Лена пишет, спасибо большое, не было никакого уведомления, завтра побегу на почту.
Хоть и говорят мне, не повторяйте 100 раз одно и то же. Повторяю еще раз. Ну, не ждите вы уведомления с почты. Вот у нас тоже не приходят уведомления. Срочно идите получать свои семена. Все заказы за декабрь 23-го высланы. Все заказы за первую половину января высланы. Если вы по каким-то причинам не дошло до вас письмо от меня с кодом отслеживания, или там, ну, не знаете вы, выслан или не выслан, напишите еще раз. Сейчас уже стесняться нет времени, уже через месяц посевы, так что давайте ускоримся. Я, понимаете, мне просто обидно, я стараюсь, как украдываю у себя часы сна, чтобы поскорее все отправить, чтобы люди спокойно подготовились к посевам, чтобы они знали, семена вот они здесь. А тут целый месяц лежат на почте семена, и человек даже не знает, выслала я или не выслала, и сидит спокойно. И я с ужасом подумала, а вдруг таких людей много? Я рассылаю коды. Вот сегодня несколько десятков кодов отправила. И я не знаю, смотрят они почту электронную, не смотрят. Ну все, я код отправила. Я считаю для себя, что человек получил и пошел, ну, забирать свой заказ. А оказывается, нет. Некоторые даже после получения кода сидят спокойно, ждут уведомления с почты. Еще раз говорю, не ждите. Все, проверяйте почту, если на почте нет кода, если прошел срок 2 недели, еще раз говорю, всем уже все выслано, кроме там одного заказа, где нет заявки, не дошла заявка почему-то для меня, но вообще все почти 100% заказы высланы. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, моя огородная азбука, очень волнуюсь, очень переживаю, чтобы заказы с семенами не пошли в обратную дорогу, потому что еще раз выслать, наверное, я уже не успею. Некоторые останутся, кто вот так как ждет очень равнодушно, очень пассивно, некоторые останутся без семян. Хочу, чтобы все семена мои получили, чтобы все посеяли, порадовались красивой рассаде, порадовались хорошим урожаем. Все, до свидания.